В этом видео мы поговорим о смешной и не очень тематической раскраске, а также о подробностях предстоящего CitizenCon. Всем привет, с вами Полиморфик. Усаживайтесь поудобней, и мы начинаем. На прошедших соревнованиях кораблей Ship Showdown за прохождение в третий тур сражались Карак и MPUV Cargo. Директор комьюнити Star Citizen Тайлер Уиткин, он же капитан Зило, 12 сентября в своем твиттере опубликовал пост о том, что он настолько уверен, что победит Карак, что если победит Арго Карго, то он сделает макияж в тематике Арго и опубликует фотографии в своем твиттере. А как мы уже знаем, Арго Карго обошел вообще все корабли, участвующие в этом конкурсе, и стал победителем Ship Showdown 2951. Поэтому Тайлеру пришлось сдержать свое слово. И вот что из этого получилось. Look at the camera. No. Come on, look at the camera. No. You made the bet. Look at the camera. I have regrets. Hello? Yes. Yeah. Delay the bandit merchantman. Не знаю, насколько эта раскраска тематическая и подходит ли она по стилю к MPUV, но вроде выглядит забавно. Плюс такие моменты сближают сообщество и разработчиков игры, что в общем делает все комьюнити Star Citizen доброжелательным и дружелюбным. Также помогают сплотить комьюнити, проводимые ЦИГами каждую осень CitizenCon. До пандемии фанаты игры изо всех стран собирались все вместе в определенной назначенной ЦИГами локации, например, как было в позапрошлом году в Англии в Манчестере, и наслаждались демонстрацией разработчиками нового контента, механик, функций и так далее. В прошлом году в связи с пандемией CitizenCon не было. В этом же году CitizenCon пройдет в цифровом формате 9 октября. Трансляция мероприятия будет проходить на Твиче 9 октября, начиная с 18:00 по московскому времени. На сайте citizencon.com мы можем посмотреть расписание данного мероприятия. Начнется трансляция со вступительного слова Криса Робертса. Далее точного времени расписания пока нет, но есть темы выступлений и их описание. После вступительного слова нам проведут экскурсию по текущей игровой вселенной. Нам предлагают присоединиться к разработчикам, которые воплощают ее в жизнь, для того, чтобы исследовать локации, системы, игровой процесс и так далее. Называться это выступление будет «Жизнь во вселенной». Далее Джон Крю, Бен Кертис и Пол Джонс расскажут нам о новых и готовящихся к выпуску кораблях, расскажут о процессе их производства, а также поделятся некоторыми новостями о долгожданном любимом фанатами корабле. Я надеюсь, что это будет Бану Мерчантмен. Какой вы корабль с нетерпением ждете, напишите в комментариях. Далее разработчики углубятся в мельчайшие подробности Gen 12. Это новое средство визуализации, разрабатываемое для Star Citizen и Squadron 42. Оно использует вулкан с упором на многопоточность, а также повышает гибкость для более быстрой разработки функций. Нам расскажут, для чего он необходим и как это поможет для производительности. Далее нам поведают о создании миров, используемых для этого инструментов и технологий, и какие функции планетарных технологий ждут нас впереди. Далее пойдет разговор об очень сильно интересующей всех теме – технологии сервер-мешинга и постоянстве. Нас хотят глубоко погрузить в ключевые основы этих функций, задача которых – сделать мир по-настоящему массивным, а также масштабируемым и постоянным. Далее нам расскажут о достижениях в инновационной, новой аудиотехнологии, которая должна оживить Вселенную. Далее Тони Зуровец будет дискутировать о предстоящих функциях, таких как продажа БУ-предметов, локальном инвентаре, репутациях и системах миссий. Также он нам расскажет, почему важен физический груз, и о следующих динамических событиях. Также мы услышим о продвижении интеграции нескольких частей квантового моделирования в игру. Закончится CitizenCon заключительным словом от Криса Робертса. Я надеюсь, что на предстоящем CitizenCon разработчики выложатся по полной программе и сумеют хорошенько удивить игроков.
Что вы ждете от него, напишите, пожалуйста, в комментариях. Также не забывайте ставить лайки для помощи в продвижении канала. Они действительно очень сильно помогают. Видео с большим количеством лайков алгоритмы YouTube начинают показывать в рекомендованных. Также большое спасибо Лазарусу Play for Soul за платный комментарий под видео на YouTube. И огромное спасибо Котенкью за его донат на Boosty в 1000 рублей. Огромное спасибо за поддержку, друзья. Также не забывайте подписываться и нажимать колокольчик для того, чтобы не пропустить следующие видео. Счастливых полетов вам и до скорых встреч, друзья!